Пресс-подборщик производства Китая ПР-90. Сегодня мы его отгрузим, и видео по настройке данного подборщика я покажу вам далее. Пресс у нас работает с сеткой. Для наглядности я снял крышку, чтобы было понятно. Всем привет, с вами компания ЛБР, Липецкий региональный филиал. Я инженер группы рекламации гарантийного сервиса. Зовут меня Геннадий. Мы с вами видимся не первый раз на нашем канале. Сегодня расскажу вам о одной из новинок нашей компании, которая используется в малых личных подсобных хозяйствах и в небольших фермерских хозяйствах для кормозаготовки. Сезон кормозаготовки в разгаре, и сегодня мы отгружаем эту новинку. Пресс-подборщик производства Китая ПР-90. Данный пресс-подборщик, как я уже сказал, предназначен для личных подсобных хозяйств и для небольших фермерских хозяйств с малым объемом кормозаготовок. Пресс-подборщик вальцового типа позволяет заготавливать сено, солому и сенаж небольшими рулонами, легкими в транспортировке. Пресс-подборщик укомплектован у нас с завода сеткой, идет сигнализация к нему, гидравлическое открывание задней крышки, легкий подборщик небольшой, который легко опускается и поднимается, сцепное устройство для трактора, вот оно, вот. Можно сцепить как на лодыжке трактора, так и на центральное сцепное устройство. Укомплектовано карданным валом, пресс-подборщик идет частично собранным, нам останется не выполнить нехитрые манипуляции для того, чтобы его дособрать. Сегодня мы его отгрузим, и видео по настройке данного подборщика я покажу вам далее. Для ввода в эксплуатацию подборщика мы соединяем его с трактором при помощи вала отбора мощности. В данном случае у нас вал не штатный, потому что трактор Т-40 удлиненный. Один гидравлический шланг, вот он, РВД. На подъем задней полукамеры. Сетка уже установлена на подборщике с завода. Вот. Сетка 1,20 м, но можно использовать сетку до 1,25 м. Далее устанавливаем два цилиндра подъема задней полукамеры. Имеется кран предохранительный для того, чтобы можно было обслуживать безопасно заднюю полукамеру. Открываем, перекрываем кран. Вот. Вот таким вот образом. И также в транспортном положении его оставляем, чтобы камера не открывалась на ходу. В рабочем положении экран открываем. Дальше. Что включает в себя регулировка машины для ввода в эксплуатацию? Мы настраиваем плотность рулона. Плотность рулона настраивается вот этим вот датчиком. Находится он с правой стороны машины. Вот он, этот датчик. Вот он. Приближая датчик к пластине на задней полукамере, мы плотность увеличиваем. Удаляя датчик, мы плотность уменьшаем. Естественно, мы должны определить, в какой момент у нас перестает срабатывать. Контроль плотности рулона осуществляется на пульте в кабине. У нас пульт в кабине. Верхняя большая лампочка является сигнализатором плотности. Красная лампочка средняя является сигнализатором питания. И вот эта кнопка, вот эта, подает у нас сетку для обмотки рулона. Дальше. При вводе в эксплуатацию мы должны прокрутить машину 1-2 раза на холостом, 1-2 минуты на холостом ходу. Несколько раз поднять и опустить заднюю полукамеру при помощи гидравлики. И убедиться, что крючки-защелки у нас становятся в правильном положении. Если крючки-защелки ложатся очень сильно, либо поднимаются высоко и не защелкиваются, то при помощи вот этой тяги мы либо приближаем крючок, либо удаляем. При помощи вот этого болта регулировочного мы отодвигаем зуб вперед, вот эту вот защелку вперед, либо придвигаем максимально близко к ее месту фиксации для того, чтобы рулон был более плотным.
привод проверяем нажатием кнопки. Сетка должна подаваться бесперебойно, без помех. Сетка расправляется на вот этом валу и затем заходит вот в эти два вала. Вал приподнимается для заправки сетки. При помощи вот этих рычагов, вот один, и такой же вот аналогичный с другой стороны. Для того, чтобы приподнять вал, мы вот так вот тянем вперед рычаг и приподнимаем прижимной вал. Далее. Вот эта пружина регулирует усилие прижима вала к резиновому. Прижимного вала к резиновому валу. Так, ну и вот этот механизм, это количество обмотки сеткой. Значит, регулировка его производится следующими способами. Передвигаем вот эту пластину либо вправо, либо влево. Влево – это меньшее количество обмоток, вправо – больше. Также мы можем изменить количество обмотки перестановкой болта из одного отверстия в другое. То есть, чем выше у нас стоит вот эта часть, тем больше намотка будет сетки. Либо регулировкой вот этой вот тяги. Вот этой тяги. Так. После ввода в эксплуатацию тестируем пресс-подборщик китайского производства PR90. Вот у нас валок. Работаем с трактором Т40. Можно сказать, раритет, но красивый, ухоженный, отремонтированный. Вот поехал у нас пресс-подборщик. Китайского производства. Вот, подбираем. Тракторист у нас первый раз работает с пресс-подборщиками вообще. На лоде в эксплуатацию мы его обучаем, показываем, как настраивается пресс, как работает. Пресс у нас работает с сеткой. Для наглядности я снял крышку, чтобы было понятно. Подъем полукамеры осуществляется гидравликой. Также установлен кран, который позволяет обслуживать безопасность. Вот сено пересохшее остается, вот когда вкатываем поплотнее рулон. Вот пошла сетка. Обрезали. И выплюнули рулон. Вот и он. Рулон с китайского пресс-подборщика. Итак, пресс-подборщик прибыл в хозяйство, настроен, запущен, уже работает. Если вас заинтересовала данная техника, вы можете всегда позвонить по телефону, указанным под видео. Вам окажут всю необходимую консультацию, помощь и поддержку. Данный подборщик, повторюсь еще раз, необходим для маленьких хозяйств, для личных подсобных хозяйств, ну а также, если вы хотите помочь соседям заготовить корм на зиму.